Всем привет, ребят. Ну что у нас сегодня по плану? Следующая кошмарка. Кошмарка 8.5. Мы, по-моему, на ней остановились. 8.4 мы зафармили на 3 звезды. Да, у нас сегодня пятая кошмарка. Что у нас тут есть? Хранители. Отражалки Фрейка. Ну, в принципе, ничего такого сложного, думаю, не будет. Такс. Что по героям берем? Минотаврика. Атланта. Так, Атлант у нас уже собран. Минотавра делаем. Такой вот сборочки. В принципе, там один удар нужен будет. Так, магия. Магия, что-то мы бегали с этой магией. Так, магия есть. Поехали дальше. Ворожея берем. Можно, кстати, новую героиню попробовать, но она нам даст проход до демонов, как вариант. Так, берем такого ворожея. Так, есть. Минотавр есть, Атлант есть. В принципе, тут можно еще и Феникса сюда влепить. Ну ладно, не будем пока с Фениксом проходить. Возьмем седнушку. Так, седна есть. И можно такого огника. Так, есть. Поехали. Битва гильдий. Так, что у нас тут есть? Есть огников дофига. Ну, есть самое основное, это Фрея. В принципе, на ней мы и зависнем. Даже Атлант включился, ничего себе. Так, интересно, Минотавр успеет ударить или нет? Нет, даже Минотавр не успел ударить. Попробуем резнуть седной. Не, нифига. Да я разогнался. Давайте, в принципе, попробуем с этой стороны. Поближе. Так, Атлант у нас слился. Кидаем ворожая еще дополнительно. Сейчас пусть подбьет немножко наземных героев. Кролик нормально дамажит. Так, у нас остались несколько суриков. Но это несложная подземка такая вроде. Так, тихо, не сливаться. Так, остался у нас... Вроде все с таких наземных, там один асура вдалеке остался. Можно юзать. Видите, что? Нифига не ударил даже. Так, окей. Давайте попробуем с ресом. Ну. Так, Минотавр какой-то вообще
бракованный в этот раз у нас. Даже не ударил толком. Попробуем перезаходик. Ощущение, что Минотавр душек ослели. Минотавр вообще не бьет. Это он китайский, блядь. Где они его взяли? Ударило. Что это было, непонятно. Тут уже проще взять седной питомца, сделать с уклоном, наверное. В принципе, здесь и атлант не нужен на этой подземке, так как здесь таких автопрокеров, тут бугимены, толку от атланта вообще никакого. Ладно, попробуем немножко подольше подержать. В принципе, у нас тут с таких героя уже никого нет. Так, что-то смотрю, бугиман там вообще на полностью на фул отзаряжается сразу же. Нехило так. Нормальный там заряд. 15-я эмблема, что ли. Я попробую так, что в кулдаун выпустить. Минотаврика. Вот Минотаврик врубился, но что-то вообще фигню ударил он. Сейчас попробуем так подбить немножко. Нифига себе, они защиты тут наставили. Так, окей. Морозим пока бугимена, выкидываем седнушку, минотаврик, бум, 97%. Ну, в принципе, я думаю, добить мы должны. Но все как обычно. И 100%. В принципе, несложная такая подземка. Как видите, мы над ней даже практически не заморачивались. Пару попыток и прошли. Так, 8-5 есть, поехали. Сразу же попробуем. 8-6. Так, что у нас тут? Тут у нас тоже весело. Включится атлант, интересно. Выживет? Да, выжил. Ничего себе, красавчик. Тут тоже подземка легкая. Зданий, как видите, не очень много. Единственное, что здесь афинки дамажит. Ну это такое, сейчас попробуем немножко подольше оттянуть. Посливать некоторых героев. Такс. Ну что, настала очередь. Бум, Минотавр ударил всего лишь 15%. А, тут он даже не бил еще. Вот, теперь он ударил 80%. Ну это легкая какая-то подземка. Закидываем метеор. 90 у нас уже есть. Причем 90 даже без реса. Так, кто у нас там слился? В принципе, я думаю, тут нам даже Минотавр не понадобится. Хотя хз. Дофигище, Фрей. Так, 92%. Пробуем.
добить Минотавра. Минотавр, ну, 94. Это просто пипец. Я в шоке с этих подземок. От Минотавра толку ноль. Так, что у нас? 94% одна таблетка вижу. И вторая. Пробуем так вот по центру магию зафигачить. Может, она поможет. Это там фуловая таблетка. Вряд ли тут что-то поможет. Да, Минотаврик. Ну, видите, остались одни Фреи. Демоны. В принципе, можно сюда пробовать даже без Атланта идти. Брать Феникса. Да, видите, на таблетке пошла магия, их нереально просто так быстро слить. Хорошая магия, мне она нравится. Интересно, когда они уже ее введут. Демона уже ввели в игру, который нереально просто ушатывает. Минотавр даже не ударил. процентов, ну тут вряд ли мы затащим. Хотя, в принципе, нет ничего сложного. Так, 88. Сколько? 90. Одну таблетку там, в принципе, то уже добьет, думаю. По 22к всекают. В принципе, здесь шанс даже получше, чем первой попытки нашей. Так, осталось, вижу, раз, два, три таблетки. А, нет, там на таблетке больше половины жизни. Хрен там, мы ее добьем. В общем, ладно, давайте еще разок попробуем. Ну, Минотавр, видите. Вся проблема, Минотавр бьет рахитно. То бьет, то не бьет. Так, пробуем 8-6. Еще разок. Так, стартуем с самого угла, чтобы подальше вытащить от Фрей. Я не знаю, здесь Атлант по сути бесполезен вообще. Все, тут нафиг не нужен. От него толку никакого.
таком случае лучше кого-то Дрейка взять. Либо эту командорку на добивание. Так, ну что, в принципе, да, он прошел. Пробуем резнуть. Седна просто нафиг улетела. Нравится мне этот рез. Так, ну-ка еще разок. Сейчас седну переделаю. Короче, китайский Минотавр. Реально китайский. Что с ним не так? Вот видите, в таком случае, когда дальше голуби эти заходят, Минотавр даже в большинстве случаев он просто не добежит. Вот он не добегает, поэтому желательно, чтобы чем подальше выкинуть героев, чтобы он без препятствий забежал. Это реально пипец. Так, куда это мы залезли? Вот опять он далеко забежал. Душек. Минотавр просто не доживает. Тут такой вариант, что надо, чтобы... Можно, в принципе, юнитами дотащить. И не заморачиваться. Если у вас, конечно, есть юниты. Я в основном без юнитов бывает бегаю. Вот в таких вариантах Минотавр тут 100% будет уже бить. Бум, 90. Ну, в принципе, сейчас шансы уже получше есть. Я надеюсь, никто с этих хоть не сдохнет. Так, смотрим, что у нас по таблеткам. 92%, 2 минуты. Так, одна таблетка в центре. Не вижу, сколько там у нее жизни. Одна вдали. В принципе. Там уже почти добитая. Магическая башня. Так, у нас даже две таблетки тут сзади. Ну, хз, хз. В общем, ждем до минуты. 2600 пробивают, это просто пипец. Издевательство какое-то. Вот Метеор самая кайфовая тема для добивания таких таблеток. Не знаю, дальше пробуем так. Мне кажется, нам времени опять же не хватит. Там уже по 1000 бьет. Это просто бред. 1300, 1000. Это опять, это реально слив. То есть у нас останется опять одна таблетка. Ой, цирк.
В общем, оставляем 7-6 на следующий раз. Думаю, сейчас еще одну попытку пробную сделаем. Ну, как видите. Давайте, в принципе, можно и Феникса взять сюда. Попробовать поставить вместо Атланта и добить. Атлант на этих двух подземках. Просто бесполезный. Либо можно новую героиню попробовать. Попробуем Феникса сейчас. А, опять же, не факт, что он сработает, но попытка не пытка. Так, поставили такого питомца. А, так, магия. Поехали. Сорок 4%, судя по всему, много еще там Махатмы есть, по ним ударил, поэтому так мало и набили. Так, окей, кидаем магию, делаем сразу же рез. 86, ну уже получше. Смотрим, что там у нас по башенкам вверху. Смотрю, ловая. Ну, в принципе, там их сейчас подобьют. И в центре можно тут вот так вот пройтись. Так, центр мы разобрали. 96. Нифига себе. Надо было Феникса, наверное, все-таки на потом оставлять, добивать. Но у нас, в принципе, есть еще магия. Так, у нас проблемы, я, судя по всему, что я вижу, верхней таблеткой вот здесь будут. Вот и все, 100%, даже Феникс не пригодился. Вот так вот, 8-5, 8-6 на 3 звезды. У нас осталось еще 4 подземки до фула. Ждите видосиков, ставьте лайки. Всем удачи, всем пока.